такое существо. Человек может быть всем. Он может быть кошкой, собакой, даже может быть слоном. Потому что человек единственное существо, которое преобладает квантовой физикой состояние. Но чтобы прийти к этому состоянию бесконечности, квантовое называется состояние, которое состоит из частиц чистой чистоты. Если царинка туда не придет, поэтому человек может прийти ко всему жизни. Выпускайте все из себя и будете ближе к своей мечте. Вам повезло. Все.